Друзья, в общем, Даня распаковал свою куртку. Сейчас ее вам покажем. Куртка классная, но она выглядит почти так же, как его ветровка, стиль такой же. Вставай, Даня, покажу. Но она очень классная в некоторых местах. Смотрите, во-первых, вот тут карманы, смотрите, как интересно. Чтобы из кармана ничего не выпадало, но если ты положишь, вот так закрывается. То есть, если ты сядешь или побежишь, из кармана ничего выпадать не будет. Она не очень длинная, не очень короткая, но сзади она чуть удлиненная. Покажи, Данюш. Видите, сзади она идет немного удлиненная. Боком вот так вот. Вот, боком сразу видно. Здесь можно чуть подтягивать ее. Вот, стрела. Открывается снизу. Да, вот подтягивать. Здесь флис, что очень прямо, ну, приятно к телу. Подтягивать можно. Очень классный, удобный карман. Да, большой тоже, внутренний. В общем, можно денежку положить, еще что-то, телефон, все, что надо, необходимо. Телефон маловероятно, конечно. Да, патч. Сейчас покажет Даня. Ну, у кого, Нет, смотря залез какой он телефон. Да, это для денежки, наверное, больше, да? Хотел залез. А, залез. Можно не Ну, застегивать. или. Залез. Так, снизу расстегивается, то есть если сесть. Ну, не застегивается такая. Если сесть, то как бы застегивается. Кармана два. И теперь можно, я покажу, здесь патч, его можно снять. Тут тоже как кармашек, как и на той куртке. Тут надо его больше раскрыть. Так, раз. Вот, это ключи можно положить, что-то такое. Да, можешь показать, как на той куртке тоже. Вот вообще, покажи эту куртку вот так вот. Видите, сейчас я сравнить с ветровкой. Тут просто ткань, плащевка. Ткань, плащевка и просто флис. Вот, а так она очень похожа. А тут был карман сбоку? Да, был прям... Тут хороший карман. Да, тут тоже кармашек был. Большой карман. Да. Вот, в общем, это ветровка, это толстовка. Да, тоже здесь карман. Также горло высокое, также на капюшоне козыречек. Там еще балаклава шла в наборе, она там есть, да? Но я не знаю, для чего это. Так, просто стиль такой или бегать, или что? Молодежный стиль? Ветер. А, если ветер, да? Ну да, она прям она прикреплена к куртке, да, сзади? Да, то есть если ветер, можно вот так сделать. Типа вот так. Коронавирус. Если будет коронавирус, ты зайдешь куда это? Вот у меня маска, смешно. Короче, как шарф. А, ее можно ведь и как шарф носить, даже на шею. Да. Слушай, а как шарф можно носить, если вот так наши вот под горло, ну, вот, как бы, чтобы шарф не одевать, чтобы там не поддувало. Да, Сереж, смотри, а это как шарф можно носить, Сереж. Вот, видишь, чтобы не поддувало, смотри, закрываешь и все. Не, вообще классно. Не снимай эту штуку. Вот. Угу. Тоже утяжки, затяжки. А что это за знак? Это Кастет. именно кастет. Угу. Резинка здесь, поэтому поддувать тоже не должно. Ну и знак фирменный. Да, а сюда можно любой патч клеить. Он как бы снимается, одевается. Так, ну, Даня, она даже чуть-чуть, ну как, не чуть-чуть великовата, но такая, что я думаю, что ты сможешь ее поносить пару лет, не так, чтобы сразу она мала тебе стала, правильно? Вот, теплая. Я хочу сказать, что, знаете, утеплитель, вот так я смотрю, но она такая нормальная. Вот ты как стоишь, паришься в ней, то есть такая паркая, да? Ну, естественно, вот этот новый материал мы еще ни разу из такого материала куртку не брали. Это российский какой-то утеплитель Сибири 200. Максимально. Да. Сибирь 200 грамм. Да, максимально есть Сибири 300, но есть 50, 100, 150, 200. Ну, у нас же как бы не, так, не север такой, чтобы морозы были до минус 40. Поэтому 200, я думаю, что в принципе это нормально. Ну, зима покажет, хватит этой одной куртки или нет. Вот в плюс 5, думаешь, не будешь париться в ней? Вот как сегодня на улице. Думаю, нет. Вот. Ну, а там, если нужна будет потеплее куртка, у них, кстати, есть еще потеплее, то будем
смотреть варианты. Вот, ладненько, не парься, тогда снимай. Сколько стоила, скажи? А, стоила она, я показывала, но что, вдруг кто-то не смотрел, сколько? 8190 с патчем. Да. А так 7900, что ли, 99 без патча. И 8190 с патчем. Доставка была бесплатная. Дошло довольно быстро. Они, правда, посылают понедельник, среда, пятница, получается. Мы заказали в четверг, и они в пятницу не послали. Ну, потому что, видно, заказ обрабатывали, все. Послали в понедельник. И сегодня у нас среда, все дошло. Ну, то есть дошло за 2 дня. Даже, можно сказать, меньше, потому что уже с утра Сереже пришла смс-ка, что дошло. Бесплатная доставка. В общем, ну, в принципе, довольны. Только единственное, что у них очень странно, что они вот ты... оплачивать должен сразу. Сразу оплачиваешь на сайте. Тебе не приходит ничего на почту. Ну, я в прошлый раз это говорила. Тебе нету ни звонка от них, ничего. На сайте только написано, что ты сам должен там скачать приложение Почта России, и там появится трек. А Сережа там по работе тоже отсылает, поэтому у него это приложение есть. Ему не надо было скачивать, но у него там куча треков разных и по работе, и то есть все. Ну, вот, в общем, как бы... с тем, что они не звонят, не информируют, вот люди могут подумать вообще, что про них забыли, ничего не высылают, ничего. Но по факту все приходит, все как бы второй раз, все приходит, все нормально. Но кажется вначале, что тебе не звонят, ничего не присылают, никаких сообщений не делают. И Сережа говорит, точно выслали-то. Вот, в общем, такая куртка, будет носить, будете видеть. Вот, кстати, кресло. А, кстати, ты вчера с папой показывал, что на этом кресле спать можно. Что откидывается так. Не понял. В общем, это кресло, оно откидывается. Да. Скажи, как оно откидывается прямо? Можешь откинуть его полностью? Я вот сюда зайду. То есть, у него есть такая функция, что... лежать. Да? Функция лежачего положения. Вот так вот. Так вот. И здесь можно спокойно лечь. Вот, фиксируется. Спокойно можно лечь аж. Представляете? Сережа сказал, что если... если я буду говорить, что он храпит, то он будет сюда приходить спать. Ну, это шутка была. И вот это все поднимается туда-сюда. В общем, очень удобно. Видите, как? Классно. В общем... креслом очень довольна. И, кстати, кошка уже на нем лежала, но не дерет пока. Это самое главное, потому что переживаем. Она иногда у нас кожу драла. Например, диван Данькин. Угу. Не, ну так вообще хорошо, мне нравится. На, посмотри, сейчас. Вот спросила сейчас Даню, удобна ли вот эта подушка, потому что вот как бы, я не знаю, но кажется, что она вот так выпирает, да, сильно. Ну, Даня сказал, что он вначале посидел, ну, как бы привык. Непривычно было. Непривычно, да. Но теперь очень удобно, и спина не болит, да, вообще? Да. Вот, так что он доволен креслом. Ну, кресло действительно хорошее. Еще вот такие наклейки шли вместе с этой курткой. Ну, у Дани еще остались те наклейки. Тебе наклейка, нам фото с отметкой. Чего? Ну, то есть тебе наклейка, нам фото с отметкой. Ага. Сережа идет с Ричем гулять из Дани. Дани в новой курточке. Сколько градусов? 7-8. Вот у него зимние такие ботинки. Я тут не знаю, какой фирмы. Ванс. Вот, да, точно. Ламбруско. А Рич уже гулять хочет, и все. Все, пока. Друзья, сейчас загружала ролики. И вот крашу ногти. Лампу покупала такую в LED. Показывала, по-моему. Вот, в общем, цвет вот этот. Мой любимый. Сейчас вот осталось эту руку мне додержать. Короче, готовлюсь к завтрашнему дню рождения. Это у нас крем для рук потом. Здесь у меня... ну, я вот думала вот синим делать, потом мне не понравилось. Я думаю, нет, сделаю таким нежным. И решила нежным.
Друзья, все готово. Вот такой результат. Сейчас дойду, чтобы свет был. Отлично, лампа справилась. Я просто этой лампой первый раз делала. У меня была другая лампа, она была похуже. Это замечательно. Все уже застыло. Так что все отлично.